188 жалоб поступило сегодня за ночь в единую диспетчерскую службу округа. 76 из них – это тревожные звонки по поводу отключения света в юго-западной части Ангарска. В некоторых кварталах электричество не появилось до сих пор. Причина перебоев – шквальный ветер, который повалил деревья, оборвал ветви и нарушил работу трансформаторных подстанций. Сегодня ночью был зафиксирован штормовой ветер, усиление, максимальные порывы достигали 18 метров в секунду. Но это как бы не рекорд для мая. 18 мая у нас был ветер 22 метра в секунду. Вообще это характерная погода для мая, для нашего региона. Проходят фронты, как раз сейчас проходит холодный фронт, поэтому такие ветра. Значит, такая погода сохранится еще сегодня днем, ожидают порывы до 15 метров, и завтра 15-20 метров в течение дня. Дальше ветер уже ослабнет, будет 5-10 метров в секунду. В квартале 92-93 около детского сада дерево упало на автомобиль. Не выдержал порывов и старый тополь на улице Восточной, а у школы номер 14 огромная ветка повисла на проводах линии электропередач и временно парализовала движение. В связи с неблагоприятными метеоусловиями служба ГУ и ЧС, а также пожарная охрана сейчас работают в режиме повышенной готовности.